120 kilos bronze medal match. На ковре Б в красном трико борется мастер спорта Эдуард Базров. Представляет команду Республики Северная Осетия Алания, Владикавказ. Спортивное общество «Трудовые резервы». Эдуарду 24 года, 10 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Казбека Дедекаева. Эдуард Базров – победитель первенства России. В синем трико борется Заслан Гагноев, мастер спорта международного класса, представляет команду Московской области, ЦСКА. Ему 21 год, 10 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Анатолия Маргиева. Заслан Гагноев, обладатель Кубка мира, победитель первенства мира 2008 года и серебряный призер международного турнира серии Гран-при Иван Гаврилин этого года. Представляет Республику Северная Осетия Алания. В синем трико выступает Александр Ковалевский. Ему 34 года, мастер спорта международного класса. Выступает за Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Оба спортсмена являются призерами чемпионатов России разных лет. Первый период на ковре завершился в пользу Александра Ковалевского, Ханты-Мансийский автономный округ. Actually, Red won the ball bad grab, lost a leg, and Blue took him down. Yeah. Interesting situation. What's NAFTA mean on the single? North American Free Trade Agreement. На ковре Б начинается второй период поединка. Первый выиграл мастер спорта международного класса Заслан Гагноев. Московская область, ЦСКА. Thank you.
определился первый бронзовый призер чемпионата России 2009. Им стал Александр Ковалевский, мастер спорта международного класса, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. Get the spray. На ковре Б. Бронзовую медаль чемпионата России 2009 года завоевал Сослан Гаглоев. Московская область. ЦСКА. Yeah.